Здравствуйте! С вами астролог Алена. Сегодня у нас необычный прогноз. Сегодня я вам расскажу очень важную информацию на 2,5 года вперед. Я вам расскажу о самой главной планете, о Сатурне. Чему он будет нас учить, каждого из нас, в ближайшие 2,5 года. Сатурн меняет свое положение 7 марта 2023 года. Входит в знак Рыбы. Данный транзит Сатурна продлится до 15 февраля 2026 года. Как это повлияет на всех нас? Сатурн – это наш строгий учитель. Сатурн всегда проверяет нас на зрелость, смиренность и честность. В какой сфере жизни вы будете проходить проверку в ближайшие 3 года? Не все 3 года, конечно, подряд. У каждого в свое время, в зависимости от того, когда вы родились. Если родились в начале знака, то почувствуете влияние Сатурна уже в этом году. Если в середине или в конце знака, то, соответственно, вы почувствуете уроки Сатурна позже, в 2024 и 2025 годах. Вам Сатурн создает препятствия в учебе и образовательной деятельности, трудности в общении, налаживании контактов, ощущение косноязычия, трудности в выражении мыслей, может охладить общение с братьями и сестрами, свести на нет привычные повседневные контакты, либо полностью поменять ваш круг общения, внести сложности с получением документов, проблемы с машиной, в худшем случае попадание в ДТП. В плюсе Сатурн подчеркивает особую важность вышеперечисленных тем, например, увеличение рабочих командировок, получение важных документов, обучение на различных курсах, получение водительских прав. Сатурн вносит в данные сферы дисциплину, план, структуру, общение становится более конкретным, профессиональным, по существу. Обратите внимание на те сферы, которые я озвучила выше. Именно по этим темам Сатурн будет преподносить вам уроки. Если вы будете пускать все на самотек, не будете работать над собой, то этот транзит Сатурна проиграется в минусе. Очень сильно будете страдать. Трансформация произойдет в минус. Скорее, это будет не трансформация, а деградация. Поэтому обратите внимание на эти сферы и реализовывайте все в плюсе.